Кляфтик баранит. А, класс. Για να έχει κανέναν δικό σου και σε μια μικρό τιμολόγιο. Το είναι πάπια. Ναι, πάπια. Α, смотрите, какая утка. Картошечкой в печи. Видите, какая красота. Ну, я, конечно, утку есть не буду. У меня есть рыбка. Ой, 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 потус, вот я иден нафау его. Ти не тут, а и не бастурма, и патата. Пататес. Улус пататес. Еще една гарота. А, карото. Еще една гарота. А, это морковка. Я на мирисе я вала една гарота. Понятно. Гори. Чедок са сюете, он не вкалю бы на дом. А у меня две вот такие рыбки. Конечно, для меня это много, с кем-нибудь поделюсь обязательно. Рыбка дорада или ципура по-местному. Обожаю эту рыбку. За мной кейпа на валу монон то неро, користи. Эми с валуме пипеня, то зумине но искордо. Это холодец. Это кипрский холодец, называется золодина. Вот это соленье, я не знаю точно, как они называются, там свекла, цветная капуста, обычная капуста, чеснок и, по-моему, еще что-то я видела, разные овощи в уксусе засоленные. Это омлет печеночный и салатик мой любимый, морковка с чесночком и с йогуртом. Ну, а это наши гости принесли нам салатик оливье и, конечно, наши сладости. Тортик рождественский и мило макарона. Все традиционное. Так что вот такой у нас стол сегодня. Και γράψει και που κάτω δεν και να φάω. Τα θωρώ μόνο. Όμως έχει όμως τα μέτρα, εσύ θα λέει ζάχαρη και να ξέρω. Όχι να το κόψω και το κρυμνί, αλλά είναι ευκάλλο που τα μέτρα. Καλό που δάμε. Και θα κόψουμε. Να κόψουμε το μάσκο, πώς θα θέλουμε. Και πώς θέλει ξανακόφηκε, ναι. Ελπίζω να είναι καλό. Νομίζω καλό.